подушки. Ага. Находимся в Бельской инфекционной больнице. Значит, Примария закупила 800 бутылок воды без газа. Я купил 300 литров сока. Яблочный, виноградный. Те, которые разрешили врачи, потому что нет пациентов. У пациентов нет ни воды без газа, в инфекционную больницу запрещено привозить продукты питания родственникам, воду. Поэтому как бы есть проблема, значит, на ближайшие 10 дней посчитали, что хватит там 800 бутылок воды и 300 литров сока. Если закончится, значит, закупим дополнительно, потому что это нужно и врачам, которые работают в инфекционном отделении круглосуточно, и всем пациентам, которые привозят с Бельси, со всего Северо-Молдова. Продолжаем работать.